магазину и буду покупать, друзья, паука птицееда. Это огромный паук. Я чуть-чуть даже стремаюсь. Не знаю, какая была бы у вас реакция. Друзья, первый час я лайкаю абсолютно все комментарии, поэтому заходите прямо сейчас во все комментарии и пишите, друзья, от 10 слов. Я буду лайкать ваши комментарии, также их комментировать. Какая была бы у вас, друзья, реакция? Это будет пранк над Катей. Я буду ее, друзья, пугать жестко. Очень сильно жестко пауком. Как вы думаете, какая ее будет реакция, если даже у меня, когда я смотрю на фотку птицееда, меня вот так вот аж наизнанку выворачивает? Ладно, друзья, меньше слов, больше дела. Погнали. Вот это, друзья, зоомагазин. О, боже. Да, девушка, здрасте, я звоню по поводу паука. Они такие стрёмные. Где он? Где он? О, боже. Это прям капец. А? Где красненькие? Хорошенькие. Мне девушка говорит, типа, у нас есть паук, который кидается и который кусается, а есть нормальный, какой вам нужен? Я такой, ну давайте, который нормальный. Ребят, короче, это вообще жесть. Сейчас запакуем в подарочную упаковочку. Короче, друзья, постараюсь вам быстро его показать. Такой вот подарочный пакет. И сейчас я вам покажу самого паука. Вот он там сидит, греется на солнышке. Сейчас Катя просто охренеет. Ну что, друзья, мы начинаем наш лютейший пранк. Зая, держи, это подарок. Остановитесь! Стой! Стой, аккуратно, подожди. Иди сюда. Стой, не открывай, подожди. А там вообще ничего нет. Стой, подожди. В смысле ничего нет? Там носок. Тихо. Сейчас вместе его откроем. Ты стой. Мне кота подарил. Стой, подожди. Сейчас вместе его откроем. Он такой красивый, что я даже не хочу его открывать. Серьезно? Стой. Стой. Беги, беги! Катя, стой! Стой! Стой, тихо! Катя! Ты куда? Ты куда? Ты куда? Иди сюда! Иди сюда! Иди сюда, Катя! Чего? О, господи, боже мой. Сейчас, ребят, подождите, я его закрою, потому что... Блядь, я сейчас выскользну, это будет пиздец. Сейчас, подождите. Не трогай меня. У меня ничего нету. А чё ты? Ты придурок, нахуй это сделал? А чего? Господи, это обычный паучок. Убирай его. Чего? Убери его. Это, блядь, не трогай меня, убери его. А чего ты так... Я не зайду домой, пока ты его не уберёшь. Чего? Да не трогай меня, я не уйду домой, пока ты его не уберешь. А сейчас очень важно, меня заинтересовало инвестирование в стартапы. И такую возможность предоставляет компания Стартап Фонд. Пользователи инвестируют в разные стартапы, получая через некоторый срок прибыль. И прямо сейчас вместе с вами, друзья, я буду инвестировать в стартапы игровые 10 тысяч рублей. И ровно через 12 дней я выведу с этого сайта 13 тысяч рублей прибыли. Итак, нажимаем создать. Так, вводим пин-код. Сохраняем. Я инвестировал 10 тысяч рублей. Вы думали, я просто так инвестирую в эту компанию? А уж нет, друзья, я проверил ее в реестре РФ. И когда вводишь их ОГРН, получаешь выписку, огромный документ, в которых нет подводных камней, вы сами можете его почитать. Ребят, я думаю, что нужно прямо сейчас переходить по ссылке в описании. Также тут можно инвестировать и от 100 рублей. Поэтому ссылка будет в описании. Как можно зарабатывать от 100 рублей? Зарабатывай со Стартап Фонд. Ссылка в описании. Я не вернусь домой, пока ты его не уберешь. За это пранк. Убери, мне... Блин, нет. А как ты так быстро вышла, блин? Я не пойду никуда. Вот убери такой вот огромный, его. Вот такой убери, вот. Блять его. Я тебе сказала, убери его. Зай, пошли. Нахуй такие пацаны, ты долбоёб. Зая говорит, ой, какой хороший подарочек, какой... Подожди, а почему такая у тебя реакция была затупленная? Ты не поняла, что произошло? Короче, ребят, Катя нереально испугалась. Мне пришел Витя на помощь. И он там, короче, нам надо его маленькую коробочку переложить, потому что Катя очень сильно ссыкует. И ну прям настолько ссыкует, что-то прям. Да, братан, он там живой. Открывай давай. Стой, дурак, блядь! Боже, он может убежать. Дай крышу. Так, если что, кидаем и все убегаем. Тихо, закрывайте. Ой, боже, спасибо вам большое. Катя. Катя. Отвали. Катя. Катя, Катя! О, смотри, какой большой! Смотри, какой большой!
Огромный! Стой, стой! Открой дверь! Открой дверь! Братан, сейчас еще мой брат сюда поднимется. Он не знает, что это паук. Ой, просто пи***. Са, его нет уже, все, я его положил. Да все, успокойся, хватит. Его реально нет, да успокойся. Блять, братан, смотри, как он ползает, ё-мать. Это она дверь закрыла? Это она вот так с ноги вынесла ее. Жесть. Просто отошел, такой звук был, как будто, блядь, кто-то ёбнул. Отстань от меня! Всё, нету ничего, успокойся. За хрена ты это делаешь? Катя, просто, ребят, чтобы вы понимали, настолько боится пауков. Я помню, когда мы ехали на машине, и маленький паук был в салоне, вот такой вот маленький. Она вот так вот сделала, просто открыла дверь, вот так ногой вышибла из машины мою и улетела просто. Чтоб ты понимала, Катя, когда я его брал в руки, я сам стыковал. Могу на всю аудиторию сказать, что это просто жесть. Он вот такой вот огромный, нереальный. Все, пошли, я не буду тебе его уже показывать, пошли. Сейчас поднимется мама с братом. Пошли. Не подходи ко мне. Ну, ты можешь просто коробку в руки взять? Не хочу. Ты можешь коробку? Лазарю. Это его глаза? Да, ну, в мультиках у паука 8 глаз. Смотрите, Катя уже прям приближается. Я не ну, перебори свой страх. Возьми, перебори. Братан, дай. Давай я положу на это, чтобы она не боялась. Нет, держи! Держи! Мы можем ее скотчем замотать, чтобы не так стрёмно было. Катя изучает паука. Не а подходи. Что ты так это самое? Смотри. Что это такое? Подарки? Ей подарки. Мама, ты готова? Саша, я тебя уже боюсь. Ну а чего бояться? Открой просто. Там что, никого нет? А что это за... Бабочки что? А? А что это? Хочешь посмотреть? На кого? Готовы? Да что ты отходишь? Иди сюда. Главное, чтобы ты осы. Бу! Ебана! Смотри какой! Маш, хочешь погладить, что ли? Он мягенький. Он мягенький. Вон, видишь глаза? Катя, иди сюда, посмотри на глаза. А где глаза? Вот сверху такие две точки. Он тебя тогда не будет больше пугать. Извини. Бедно. Да нет! Катя! Ну поставь его, пожалуйста, я тебя прошу, поставь. Да нет, чувак, не делай. Ладно, все, давайте его отведем, короче. Все, ребят, спасибо за просмотр этого видео. Катю мы реально испугали, охрененно просто. Да не только Катю. Витю всех испугали. Только почему-то мама не боялась. Мама, ты чего не боялась? Потому что мама знала. Спайдермен, Спайдермен. Она еще боится тебя, вдруг там еще кто-то есть. Бери шарики. Я, чтоб ты понимала, их сам делал, ну вот так вот резал, их сам делал и надувал. Потому что там продавщицы не было. Все, ты не обижаешься? Катя, говоришь, что еще обижаешься. Зачем? Все, ребят, спасибо за это прекрасное видео. Я вас люблю. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Я вас обожаю.